7 грамм мы берем на каждую ногу. Раскатываем вот такие колбаски. Что-то я как-то психанула. Сантиметром у меня это 4 сантиметра. Нога, широкий край, 1,9, ну 2 почти сантиметра. На нижнюю часть нам понадобится темно-коричневая мастика по 1 грамму. Мы будем делать так же, как и у лисички, так же, как и у тучки. У них такая нижняя часть темненькая. По 1 грамму берем. Скатали шарик. Вот. Скатали шарик. Растягиваем мы его приблизительно по размеру нашей ножки. И чуть-чуть заворачиваем вперед. То есть вот здесь такой небольшой заворотик есть. Вот так. Вот такие ножки. Сделали наши ножки, теперь делаем ему тельце. Для тела нам понадобится 19 грамм мастики. Катаем тельце. Тельце делаем такое пухленькое, такую игрушку. Скатали, она небольшая, 4 сантиметра. Нижняя часть у нее 2,9, верхняя часть у нас здесь 1,4. Вот такая вот игрушка. Теперь берем опять наши шпажечки. Для каждой руки нам понадобится по 3 грамма мастики. Я успею или не успею? По 3 грамма на каждую ручку. Катаем такие ручки. Приплюснули слегка. На второй все то же самое. Вот так сделали. Теперь берем мы темно-коричневую мастику и делаем ему пальчики. Только в этот раз темно-коричневую берем не такую насыщенную, чуть-чуть у него чуть более нежного цвета пальчики, чем на ножках вот это вот нижнее. Ну, в принципе, можно и даже с такого же цвета, если нет другого, ничего страшного. По 4 пальчика на каждую ручку. И делаем мы голову, для головы берем 70 грамм мастики. Раскатываем, чтобы вот не было никаких вот этих трещин, заломчиков. Все, выкатываем наши шарики. Все. И начинаем, как яичко, формировать такую голову. Ох, ё-моё, господи, ты боженьки ты мой, там как рабыня уже, я чувствую. 5 сантиметров получается наша голова. Делаем мы здесь небольшой такой, как стык, не знаю, как вам показать, просто все это лишняя фигня всякая убивает меня на заднем плане. Вот так сделали. Здесь тоже прибили слегка. Это для нашего носика место. Здесь будут наши глазки. Получается у нас вот такая мордочка. Ой, я не могу, жулики. Вот так. И теперь делаем мы с вами глазки. Берем наш стек-шарик и делаем глазки. Глазки у них довольно-таки близко расположены друг к другу, поэтому сильно далеко друг от друга не отклоняемся. Они у него достаточно... Ну, они у них у всех небольшие. Такие глазенки. Берем белую мастику. Не-мое. Вот, мне просто прям даже жалко. Просто реально дорого так. С другого. Кордона! С кордона! Прям. Это ж я даже не представляю, сколько это вообще будет стоить. Это, тут, да, Германии капец, а там...
коричневый гелевый краситель. И обводим наши глазки, берем кисточку номер один, тоненькую. И делаем такую красоту. Белую мастичку. У него, кстати, целых 3 блика на глазках. То есть мы делаем вот один большой. Блики у нас всегда параллельны, помним об этом. Вот так делали. По одному большому и еще по 2 маленьких снизу. Если не получится, ничего страшного, значит делаем просто один большой блик и все. То есть не парьтесь на эту тему, потому что глазки реально очень-очень маленькие, и это сложно, поэтому я даже вас не напрягаю. Ио. Даже такими круглыми. Сделали. Теперь мы делаем Кеше носик, тоже возьмем 0,5 грамм, все то же самое, только у него носик квадратненький. Что-то мне кажется, опять маловато будет, ну сейчас я. Если что добавим, всегда можно добавить, хотя может быть и нормально как раз и растянем. На этот. Да, давайте 0,5, вот то, как я вам сказала, так и растягиваем ему эту носопырку. Так. Для носопырки нужен у нас 1,5. На 1,5 растягиваем такой квадратик. По 2 грамма мы берем на каждое ушко. Слегка вот так приплющили. Это у нас получается 1,5 сантиметрика. Спасибо. Привет, Оксаночка. Да, припозднилась. У нас просто сегодня ранние эфирчики, поэтому неудивительно. Вот так слегка туда вдавились, без фанатизма. И отрезаем с вами мы край. Вот так вот. То есть часть вот этого кружочка вы должны как бы подрезать. И смазываем клеем, приклеиваем ушки. Ушки у них расположены достаточно широко, где-то вот в районе глазок. Так, и здесь точно так же. Ему улыбочку, поэтому рисуем. И рисуем улыбку, для этого нам нужен темно-коричневый краситель, такой же, как мы рисовали ему бровки. И как у тучки, рисуем просто такую улыбочку у них вот такая вот. Вот такая вот улыбка. Вот такая у нас голова. Теперь мы приклеим ее к нашему тельцу. Берем шпажечку до серединки мы ее приблизительно. Вклеиваем в тело и вынимаем, лишнее убираем и одеваем голову. Добрый вечер, Иришка, все так уже подошли, а мы тут такие, ох, ранние пташки. И вот смотрите, у нас образовывается здесь вот такая вот дырочка, мы ее ни в коем случае не оставляем, мы ее тоже заполняем кусочком коричневой мастики. Так, и вставляем ему. Ручки. Вот такой весельчак у меня. Привет, привет всем. Никто не опоздал. Сейчас долепим и пойдем на обзорчик. Это просто мы, Ириша, вышли рано. Мы сегодня рано в эфире. Ранние эфирчики. И вторую ручку точно так же подниму ему. Будет он весь в восхищении. Прям вообще такой ура. Весь такой счастливый у меня сегодня. Мой Кеша. Кого это он такой влюбленный? Смотришь на нос, все, мне кажется, маловато. Наверное, давайте мы добавим ему все-таки носика. Давайте сделаем нас на 1 грамм. Потому что вот я смотрю, мне как-то все время мало. У него нос такой хороший. Давайте на 1 граммчик сделаем. Побольше просто надо, наверное, сделать. 2 на 2, что ли, ему этот носяру. Спасибо большое, Ленусь. Получился он у нас 12 сантиметров почти по весу. Так, 128 граммчиков. Вот такой вот у нас Кеша.
получился сегодня. Сейчас я вам поближе покажу.